розпочався теплий сезон. А це не тільки сонце, море і пісок, а ще сезон свіжих овочів. Сьогодні будемо готувати млинець із кабачком та м'ятним соусом. Якщо вам вже цікаво, то будемо починати. В цьому нам допоможе шеф-кухар Траторії Тарамари Андрій П'язанів. Привіт! Розкажи, взагалі таке поєднання кабачок і м'ята якось дуже-дуже екстравагантно і дивно. Секрет розкрий. Ну, самі по собі блінчики по консистенції дуже ніжні. Вони необычні, вони як дируни виглядять, але вони кабачкові. Да? Вони з додатком сира фета. Тобто сир фета дасть свій дуже інтересний вкус. А м'ятний соус в них, він просто буде це все підчеркувати і освіжати. Ну, м'ята вже сама по собі – це свіжість, асоціюється з свіжістю. Тож давай, будемо починати, як ми начнем готуємо. Просто... Нам кабачок. Ні, ми почнемо з соус. Давай. Для цього нам понадобиться звичайний безвкусний йогурт. Так, без жодного смаку, так? Так. Да. Можна і самим вдома робити? Звісно. Свіжа м'ятка. От прямо отак от візьмемо. Стебельок. І от туди от. Багатенько треба? С мятой перебарщивать сильно не надо, она очень насыщенный вкус имеет. Вот, и как бы сам соус должен быть нежным. Ну и усилим мы это, конечно, солью. То есть мы взяли йогурт, взяли листочки мяты. Си. Немножко посолили. И это все сейчас просто взобьем блендером. Вот такая вот масса, да, але шматочки йогурта. М'яти все-таки, да, вони залишились. Обязательно, конечно. До повного розтворення м'яти не потрібно взбивати. Абсолютно. Берем обычный кабачок и на крупную терку натираем его. Сразу же на мелкую терочку добавим немножко чесночка. Очень важный момент в приготовлении этого блюда. Нам необходимо... Сам кабачок, он сам по себе очень сочный, да, и в нем много влаги. И нам эту лишнюю влагу необходимо просто вот выдушить. Да. Второй нюанс, который относится к этому блюду, мы добавляем фету вот в нашу сухую массу. Немного ее надо на самом деле. Вот. Ну, в районе там на один кабачок добавить там грамм 30-40. Теперь мы смело добавляем яйцо. Соль. Добавляем белый перец. Кому нравится черный, можно черный. Вот, когда мы яйцо перемешали, добавим столовую ложку муки, чтобы еще больше скрепить, чтобы у нас сама масса не плыла. Густенькая масса у нас получилась. И сейчас мы можем приступать уже их жарить. Смажется, да? Возьмем растительное масло, нальем на сковородочку. Багатенько, так? Да, они, в принципе, любят масло. Берем наш блинчик. И делаем его. Довольно толстенький, да? Да. Придаем ему форму прямо на сковородке, спокойно, без всякого. Главное не включать сильно большой огонь, вот, чтобы они не подгорели у нас, чтобы вовремя зарумянились и пропеклись изнутри. Ты мне обещал рассказать секрет, як відмивати сковорідки, щоб вони не були чорні, або якщо, в принципі, вони вже чорні, то як зробити їх такими ідеально чистими, як в тебе? Довольно недавно мій напарник здав мені такий от маленький секрет, який йому передався, от можете себе представити, від прабабушки. Ого! В принципі, то так есть... довгенько цей вже рецепт існує, так? Да? Так, да, вже він существує доволі таки довго. Вот. И насколько вот в жизни все изобретать ничего не надо, уже все давно как бы изобретено, да. Ну вот просто вспомнить старое можно. Значит, обычно нагорает очень сильно вот на этих краях вот масло тут налипает. Тут и снизу, да, так бывает. Налипает масло, и вот оно под температурой настолько въедается в сам металл, что кислотой там отъесть это очень сложно. Разными моющими пробовал, ну очень сложно, ну просто безумно. До чего додумались наши прародители? Они брали эту сковороду, помещали на огонь, да,
накаливали ее, да, на руку одевали какую-то термостойкую перчатку, может тряпку, может полотенцем обматывали, да, брали тряпку с песком. На сегодняшний день достаточно взять ёршик металлический. И вот когда сковородка нагрелась, прямо вот так вот по-горячему начинаем тереть. Просто песком на... Либо металлическим ёршиком. Отходит настолько все шикарно, что я когда первый раз увидел, у меня просто был шок. Просто должна быть достаточно горячая сковородка, металлический ёршик и перчатка на руку, чтобы не обжечься. Наблюдаем. Вот уже у нас один блинчик поджарился. Очень нежная, видите, консистенция. Очень сложно перевернуть, поэтому надо максимально аккуратно это делать. Теперь мы сейчас будем ее сервировать. Безумно нежные блинчики. Потому надо тут... Надзвичайно аккуратно, да? Они очень нежные. Очень нежные. Вот, ну, вот таким вот способом. Теперь мы польем их соусом. На краешек, на весь не надо. Это вот, расстояние, которое мы оставили, мы его используем для соуса. Вот такой вот кантик здесь сделаем. Если мы уже добавляли внутрь мяту, сам соус, мы ей уже и украсим. Я вже дуже хочу спробувати, тому що я бачила, з яким таким тріпочучими руками ти їх робив. Поки вона вистигає, скажу вам, що аромат просто божественний, м'ята, але якось вона так перебивається з чесничком, що разом, в сукупності, ну, просто неможливо втриматися. Так, я куштую. Справді, дуже ніжні блінчики. Я хочу вам сказати, що свій рецепт кабачкових млинців я точно закину кудись далеко у шуфляду. Дуже смачно, спробуйте і ви. Гарного вам дня та смачного!